Yeah, you will show how to use it though. Давай поставим на палету вот так. Да, вот так его видно стоит. Думаешь так? Ну, походу, не знаю, да? А это, по-моему, шире. Пускай, а я или... Надо еще назад. Для страховки. Так, смотрим. Опоры двигателя закрепили. Закрепили. Опору двигателя закрепили. Закрепили. Здесь тоже заднюю закрепили. Все, здесь двигатель висит. Все окей. Сейчас ставим сначала генератор на место. Вот его посадочных. Две штуки. Болт не могу найти.
закрепить этот кабель. Потом ставим компрессор. Полуоси на место ставим ходовую, для того, чтобы можно было машину снять с подъемника. Так, вот маленький лаз. Для того, чтобы закрепить до конца генератор, надо не ставить натяжной ролик приводного ремня ручейкового, потому что вот тот болт открутить невозможно и закрутить. Поэтому сейчас приходится мне его снимать. Да, надо машину опустить. И тогда мы закрепим до конца генератор, хотя я уже его подключил, на три болта посадил, а на четвертый не получается. Так что вот такие дела.